Уважаемые граждане нашей страны, уважаемые СМИ, председатель Бессарабского района Пушкарь Петр. Мы сегодня здесь собрались для того, чтобы донести до всех граждан, чтобы понимали, что данная реформа, которую сегодня проводит нынешняя власть, она сделана только для них самих, потому что реформа ни в коем случае не в пользу граждан Республики Молдова. Я объясню почему. Сегодня у нас забрали районные больницы, завтра заберут управление социальной защиты, послезавтра заберут управление образования. Тем самым районные советы оставят бесполномочными. И после выборов, когда изберут новых руководителей, все граждане в основном приходят куда? К местным властям решать свои проблемы. Это и по отоплениям, и по дровам, и по болезням, разные вопросы. И, к большому сожалению, руководство района не сможет решать эти проблемы, потому что все эти управления будут переподчинены правительству. И тем самым это делается для того, чтобы показать всем жителям, что районы не нужны, что районы не справляются, что их нужно ликвидировать. Более того, нам обещали, что правительство будут отдавать больше полномочий местным властям, примариям. Но мы видим, к большому сожалению, что те даже полномочия, которые забирают у нас в районах, они не передают примариям. Они их просто политически перенаправляют министерствам для того, чтобы самим управлять и назначать своих назначенцев. Это будет большая проблема, потому что любая реформа делается в первую очередь для простого человека. Простой человек должен почувствовать эту реформу, что власть стала ближе к народу, а не наоборот ушла от нее подальше. То, что мы сейчас и видим. Мы собрали подписи примаров, председателей районов, которые в этой папке, которые мы после брифинга отнесем в Совет Европы, для того, чтобы передать наши чаяния, что происходит на самом деле, не то, что показывают по телевизору или делают вид, что проводят с нами дискуссии о том, как сделать административно-территориальную реформу. На самом деле никаких дискуссий нет, обсуждений конкретных нет. Мы не знаем, что будет с нашими управлениями, мы не знаем, как будут люди, куда будут обращаться, что будет происходить. Поэтому мы призываем и нынешнюю власть, и Совет Европы сделать все для того, чтобы приостановить данную реформу. Нужно провести нормальные дискуссии с жителями районов, с председателями, с примарами, и после только этого думать, как улучшить районные советы, примарии наши. Но мы четко выступаем против ликвидации примарии и против ликвидации районных советов.